если вы ничего не делаете, значит, это не саккумулировалось в доминанту. Ну, соответствующее напряжение бродит пока не там, где вы бы как бы сознательно хотели бы его как бы обнаружить. Ну, вот, поэтому лучший способ – это вскрывание фактов про то, что есть ваша жизнь. Не думай, смотри, когда вы увидите, что вы делаете в вашей жизни и что это такое, да, какой смысл у этих действий, потому что смысл есть у высказываний и действий. Ну, вот, и развернув это, вполне возможно, вы обнаружите ответ на свой вопрос. А так, это снова вопрос, наложите на меня руки, вот, чтобы моя психическая энергия сконденсировалась, и я как бы рванул этот, как его, теорию струн снова доказывать.